Это очень светлый, талантливый человек. Я всегда, по мере сил своих, буду ей оказывать поддержку по возможности, в общем, по творчеству. Поэтому, Лиль, поздравляю с прошедшим. И вот такие два каких-то, видимо, нехитрых будут этих самых, две каких-то... Я даже не знаю, что это будет. Ну, ничего не заработало, но так вот, проверка на вшивость зато. Композиция, не глубоко философская, и песня. Удачно складывается все. Нормально, да? Не страшно.